Праздничным галоконцертом в Тобольске завершился ежегодный региональный традиционный детский фестиваль «Духовная песнь православной Сибири». 16-й фестиваль детских хоровых коллективов прошел по благословению архиепископа Тобольского и Тюменского Дмитрия. После божественной литургии в Софийско-Успенском кафедральном соборе в честь Казанской иконы Божьей Матери в ДК «Синтез» состоялся заключительный галоконцерт участников фестиваля. В этот же день духовенство епархии, руководство Тобольской духовной семинарии и участники фестиваля поздравили владыку с 22-летием архиерейской хиротонии. Песенный фестиваль «Духовная песнь православной Сибири» проводился в рамках празднования Дня народного единства, за которым архиепископ Тобольский и Тюменский Дмитрий вручил грамоты и дипломы отличившимся коллективам. Многие хоры принимают участие в фестивале не первый раз и покидают Тобольск со слезами на глазах, с надеждой вновь встретиться через год на следующем фестивале детских хоровых коллективов. Очевидно, его благотворное влияние на молодежь, которая искренне рада принимать участие в таком празднике. По окончании галоконцерта на Софийском дворе Тобольского Кремля состоялся фейерверк.